Евровидение – один из самых престижнейших вокальных конкурсов в мире. Даже просто участие в нем дает путевку на звездный Олимп. Нашей стране в Евровидении особо не везло. В этом году Тео с зажигательной композицией «Чизкейк» стал лишь 16-м. Было принято решение полностью поменять стиль подготовки к этому масштабному конкурсу. За дело взялся победитель Евровидения 2009, выходец из нашей страны Александр Рыбак. Именно он написал новую песню, которая, по его мнению, должна произвести фурор. Эта песня такая заводная, современная и с элементами фольклора. Я хочу, чтобы европейцы увидели наконец-то белорусскую культуру, белорусские девушки. И не так, чтобы, потому что сейчас мы подделывались под англичан, ну, в Евровидении мы подделывались под англичан, потом под Испанию и так далее. А я хочу именно показать белорусскую культуру, но в современном костюме. Могилев, Минск, Брест и Гродно – вот список городов, где Александр Рыбак будет искать участниц для нового гёрлс-бэнда, который в 2015 году поедет с его песней на Евровидение в Австрию. Всего в группу войдет 4 девушки, которые должны обладать хорошими вокальными данными и интересной внешностью. Самое главное для меня, чтобы девушки не пробовали быть там, американками и так далее, а именно белорусами. Мне нужна вот эта скромность в глазах, но энергия. 30 скромных и энергичных гродненок пришли на кастинг проверить свои силы. Среди них и участница белорусского отбора на Евровидении прошлого года Дарья Шульгина и победительница детской новой волны Ксения Лазаревич. В группе выступать намного сложнее, чем сольно. И этот опыт для меня очень важен в первую очередь. Я готова на все. И хотя в эту группу берут вообще с 18 лет, я пришла попробовать себя. Вдруг я понравлюсь. Но если не понравлюсь, ну, не судьба, значит. А вдруг чем-нибудь зацеплю и попаду в эту группу. Александр Рыбак до кастинга пообщался с конкурсантками, рассказал, каким он видит новый Girls Band, раздавал автографы и много фотографировался. После выступления каждой девушки делился с публикой своими впечатлениями. Очень хороший уровень, очень хорошо. Ну, вообще, ну, честное слово сказать, Беларусь – это Беларусь. Талант везде хороший. И я не знаю, у вас типа есть такое, что наши девушки самые-самые лучшие, да, конечно. Но увидим. Девушки из Могилева, Минска и Гродно свои шансы уже использовали. Завтра звезда Евровидения познакомится с брещанками. Будем надеяться, что в составе гёрлс-бэнда Александра Рыбака будут и гродненки. Юлия Броско, Юрий Дубовик, новости Гродно+.